Семья Лазаревых – люди скромные. Они труженики прежде всего, и красную ленточку перерезают всей семьей впервые. Хотя цех переработки молока – большая и давняя мечта, к осуществлению которой они шли все вместе, будучи фермерской семьей по маленьким шагам, начиная с 8 гектаров зернового клина. Потом 30, 100, 300. В настоящее время у нас 1200 гектаров земель. Ну, земли в основном все находятся в аренде. Николай Васильевич с удовольствием и большим знанием дела проводит экскурсию по мини-заводику. Здесь все оборудование отечественное, работает исправно, сертификат на выпуск продукции имеется. И вот она во всей красе, здесь же, на столе. Ароматная, красивая, без стабилизаторов, живая и вкусная. Пансионат «Урал» помог предпринимателю осуществить давно задуманное. Мы субсидировали при помощи краевого бюджета 50% приобретения поголовья крупнорогатого скота. И далее, уже после того, как было запущено животноводство, вот на примере данной кооперации мы видим, как поступили вливания в крестьянско-фермерское хозяйство от санатория «Урал», предоставлены средства для строительства этого цеха, а возвращать денежные средства будут уже в виде собственной переработанной продукции. Можно искренне позавидовать и пансионату «Урал», куда будет фермер поставлять свою продукцию, и тем, кто будет ее покупать в специальном павильоне на ярмарке «Привоз». Дегустационный стол продемонстрировал возможности новоиспеченных сыроваров. В семье уже давным-давно выпуск домашних сыров опробован. Кроме того, женская половина фермерской семьи намерена начать выпуск мини-тортиков и сливок. Вся продукция, начиная с молока, изумительного качества. И везде у Лазаревых порядок. И в поле, и на ферме, и в семье. Николай Васильевич у нас социально ответственный, постоянно помогает своему сельскому округу, главе администрации. Вот. И хотелось сказать, что достойно был признан человеком года по профессии настоящий хозяин нашего муниципального образования. Всякий раз, рискуя и просчитывая каждый шаг, Лазаревы, опираясь на поддержку администрации города и крестьянское трудолюбие, идут вперед.